В красноярские поликлиники теперь можно записаться по телефону. Кто-то скажет, так и раньше можно было, но сейчас в медицинских учреждениях открываются свои колл-центры с отдельными от регистратуры операторами. В поликлинике на Павлова открылся первый такой. 5 операторов ежедневно выслушивают жалобы пациентов и записывают их на прием к врачам. Это попытка добиться того, чтобы у регистратуры не выстраивались очереди, говорят медики. Однако пока шаг оказался не вперед, а скорее на месте. Толпы не исчезли. Ну, я вчера пробовала звонить, постоянно идет занято. Вот, поэтому очень сложно записаться. Сидеть надо целый день и вот так вот звонить. Это чтобы только окошечко какое-то появилось и можно было записаться. Ситуация пока складывается такая же, как с электронной очередью. Пользуются услугами телефонисток лишь так называемая продвинутая часть населения. Хотя в отношении колл-центров власти делали ставку именно на пенсионеров. Поэтому и открыли его в самой большой поликлинике, где обслуживается почти 100 тысяч людей. Чиновники от здравоохранения надеются, что постепенно пациенты, даже самые возрастные, перейдут на новый формат записи к врачам. Операторы могут принимать до 800 звонков в день с 7:30 до 6 часов вечера. Мы ожидаем прирост звонков и ожидаем, что этот центр выйдет на проектную мощность. Если потребуется расширить емкость, есть возможность такая. Мы сейчас изучим и посмотрим. Еще одного-двух операторов можно будет дополнительно посадить. Не дожидаясь результатов эксперимента, власти намерены пооткрывать такие же колл-центры в других больших поликлиниках, в том числе и детских. А совсем скоро обещают записаться на прием можно будет через платежные терминалы.